Так, это у нас 29 августа 2021 год, Харьков, 0 часов 12 минут по Киеву, Харькове. Третий дубль на ИСО 6400. То есть на максимальной светочувствительности. Конденсируются облачка, совершенно очевидно. Правую сторону Луны, неосвещенную, все-таки видно, по-моему. Чудо техники. Ну ладно, на это смотреть не очень интересно. Поехали, зафиксируем Юпитер, пока он не сбежал. Опять же, в окуляр вижу много больше, чем на экране. К сожалению. Это наш красавец Сатурн, 1 миллиард 351 миллион километров до него. Что за чудо современная фототехника. Фотоаппарат мне позволяет смотреть на Сатурн в 1 миллиард 350 миллионов километров от матушки Земли. Ну, пошли к Юпитеру. И его замечательным Галилеевым спутником. Слушай, Ио, что ли? О, почти спрятался уже Ио. Это я утречком его даже не увижу. Так, слева от Юпитера спутник Ио. Да что ж ты. Потом идет Европа, Ганимед и Каллисто. Ну ладно, ребятки. На таких настройках светочувствительности снимать планеты — это кощунство. Надеюсь, в 3 ночи, в 4:30 утра сниму еще МКС на фоне пояса Ориона. Хотя, конечно, облачка явно, ну, дымка. Это вот сияние вокруг Луны — это нехороший признак. Можем сегодня утром, не словно хлебавши,
разойтись по домам, как в прошлый раз, когда я пытался снять МКС. Так, хорошо, 29 августа 2021 год. Харьков, 0 часов 17 минут по Киеву. Еще раз Юра, Никита, Игорь, Виталик, с днем рождения. Хорошие люди, многозначащие в моей жизни.